Эксперимент номер один. Нет, попытка номер раз. Говорит, не берет. Все посмотрим. Возьмет, не возьмет. Оса, блэк. Блэк. Сокна прочищены, блядь. Уярить, короче, на расстоянии 1-2 метра. Не, не получится, не сейчас ебанится. Сюда, поближе. Нет, ветер сюда дует, давай. Короче, закрывай глаза. Ну, нормально, нормально. Аж струя. Присядь. Чебать, у него харя сразу коричневая стала, блядь. Три, шесть, рентген словил, бля. Ну что, Макс, как ощущения? Мои ущемы, я строил. Где мне ущемы? Они тусуются, они корешают. Да я какие кореша? Твари мои втроем, щемы твои вот это. Ну и в каком месте? Блядь, Да ты его. У меня кожу все пожгло, нахуй. Блять, это хуйня, тут еще пахнет что-то, блядь. Ну, давай. Водой полей. Водичку поставлю рядышком. Да я ищу. Смотри, вот они у тебя вот тут вот. И там же рядышком водичку. Нормально. Ой, блядь. Что-то покраснел весь аж. Хорошо, я их закрыл. Это да. Закрыл, да? Не, ну чтоб не пожгло ничего. Жарял мне похуй. Ты что плачешь, Максим, не плачь. Я не могу глаза открыть. На самом деле. Да сейчас пройдет. Ты главное не растирай. Хорошо? Огонь, да. Думаешь, поможет? Мне похуй, поможет или нет, блядь. Кстати, можно было приколоться, не водки ему дать. А еще один баллончик. Я, блядь, мозгов столько лет, сколько соплей сейчас вылилось, да. Вот. Не, отходить ничего. Бля, у меня самого аж слезы от смеха текут. Да он справа от тебя. Да прикурите мне кто-нибудь, ёпта. Вон, справа, нахуй, ёпта. Хоть, блядь, через километр мне до пизды, я не увижу, блядь.